В общем, смотрите, что получается. Я купил уже за воина этот легендарный предмет. Ну, за 1000 пробуждающихся сущностей. И так как на воине у меня есть абсолютно все легендарки, я пролутал легендарный предмет для рандомного класса. И в этой ситуации выбрался такой класс, как монах. Я уже вскрывал ранее на нем одну легендарку, это был Притас. Пришло время попытать счастье вновь. Поехали. На самом деле Сефус даже полезнее будет, чем Придаст. Так если подумать. Потому что у Сефуса, во-первых, разгон в статах и проковый эффект идет именно боевой, увеличивающий дамаг. Да, мощно на самом деле. Первая легендарка Придаст, вторая легендарка Сефус. Нормально, пойдет, живем. Всех вам благ, счастья называется, здоровья, берегите ноги.